работать Геннадию, внимательно следить за действиями Аумы. Легкий, но наткнулся. Который пока поставит друг друга в неудобное положение. В бою и в интернете, и ну, на многих ресурсах. Не проигрывает первый раунд Аума. Что самое главное, Аума не пятится и держится очень. Геннадий, у него довольно широкая стойка. Передняя нога контролирует ступню противника. Прервал серию атак он сейчас соперника. И вот мы вот застоялся Аума, тут же наказывает этого Гена прямыми ударами. Вот это вот желание Геннадия доминировать в поединке, все время стремление идти вперед. Это напор угандийца. Вот это тоже. Так. Угандийцу Гене. И очень внимательно работать на отходе назад. Мы видим. Там-то все и дело. Вот еще пропускает Геннадий. Вперед. Вот заметь, почему-то Геннадий, который работает передней рукой. Есть боксер с именем, с самолюбием и с мастерством. Ну вот мы сейчас видим начало раунда. Самолюбие должно сказаться преимущество Геннадия. Ну и обмен. Ведь, скажем правду, давление, что уж тут говорится, скрывать. Надо оставаться самим собой. Это работать иногда отходит на дистанцию, но опять сближается сейчас с противником. Что может Аума отнестись к этому бою? А суета — это другое. Нужно как бы более... Ну, честно говоря, третий раунд именно такое впечатление и оставил. Сейчас все верно Гена сделал. На дистанции поработал прямыми и сразу сблизился с противником. Опытный мастер ему противостоит, и поэтому не дает работать Геннадию на удобной для него средней дистанции. У меня такое впечатление, что пропускать в этом раунде. Да, сейчас тяжелый правый удар Аумы пропустил Геннадий. Я даже испугался, не болтанул ли его. Не видно, не видно никакого рисунка. Видно, что... Отбивается. Вот смотрите, какие серии скоростные выдает на гора. Вот, коль скоро мы сравнивали Геннадия с пирогом, насколько пирог адекватен. Все грамотно работает. Мне этот бой приходится на поединок с нашим боксером. Пока бой в лучшем случае для Геннадия очко в очко. Может быть, дана установка своей силы на этом участке работы. Полностью в комфортном темпе, на комфортной дистанции для Аумы проходит бой. Начало атак Геннадия. Знаешь, как свою среднюю дистанцию. Только в этом ключ к успеху. Такое. Все правильно, по законам профессионального бокса действует Аума. Какой Гена? Постоянно готовил. Здесь он просто забывает про переднее. Ну, мы видим, что здесь совершенно... Расслабленный, внимательный, легкий. Ход поединка. Вот это неплохо было сейчас. У начала боя Геннадий. Не хватает вот... расставлены локти у Аумы. Видно, что времени в тренировочном зале от Геннадий. Упрямо идет в ближний бой Геннадий. В каком ключе? Ему удается все время оказываться рядом. Ринга. Настила ринга. Остается надеяться. Так хочется поймать. На каком-то ударе Ауму. Но он действенный. Очень четко. Ни у кого из любителей бокса в России и в Казахстане. Также нужно и трезво понимать, что боковые
Русская Геннадий по-прежнему. Очень много, очень много. Итак, друзья, мы в прямом эфире сейчас. Получаем сигнал из Панамы. Умелым действием его соперника. Правый попадает подбородок Ауми. Вот еще раз. Вот, легкость пошла. Пошла, да. Легкость. Да, да, проваливай его и наказывай. Отлично, прекрасно, прекрасно, да. Прекрасно. Молодец. Вот как все в боксе мгновенно может перевернуться. Замечательно, попадал. Хорошо. Потрясен, Аума в таком же стиле, как и предыдущий. Я думаю, он и в этом может завершить бой. Отлично. По-моему, успокоился Гена. Опять вперед, Гена идет вперед. Причем идет без ударов. Не работать по площадям, а работать по цели. Вот она дистанция, Ген. Вот руку Аумы. Да, на честном слове. Геннадий Головкин в каком-то трансе он пребывает. Отлично. Шаг назад и отлично, двойка. Что судья, останавливает бой? Ну, Аумы. Ну, что сказать, двоечное, кстати, ощущение. Наверное, никогда в своей боксерской профессиональной карьере он не получал